Телеканал КРТ представляє. Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь всім особам, які були згадані у програмі. Здравствуйте, люди. У нас несколько выходных вот сейчас. И думаю, вы все знаете, почему так. Потому что 28 июня 1996 года была принята украинская конституция. Ее принимали ночью. Говорят, разные были ситуации, вплоть до того, что там тогдашний президент Кучма шумел на парламент, типа «принимайте, гады, не балуйтесь». Но так или иначе, в 96-м году она была принята. И, в общем-то, это было знаковое событие для молодой самостоятельной Украины. Выглядело это вот так. Удивительно. Почти все мировое сообщество восприняло принятую Конституцию Украины на ура. Скажу как юрист, она на самом деле была неплохой. В ней были, конечно, какие-то недоработки, и они остаются и сегодня, но в целом документ был хороший. Он был пропитан духом свободы, духом чести, духом народной власти, то есть духом прав человека, духом подчинения государству и служения государству человеку, своему гражданину. То есть все то, что мы хотим для нормальной нашей жизни повседневно. Повторюсь, многие организации международные, многие государства выступили с приветствием нашей украинской конституции. И даже такая штука, вы о ней слышали, Венецианская комиссия, я лично к ней, к ее выводам и к ее рекомендациям отношусь снисходительно, там набор старых пердунов собрался, европейских, которых периодически на Украину натравливают, чтобы они в правильное русло, в то нужное Европе и Соединенным Штатам и МВФ направляли украинское законодательство. Их особо никто не слушает в той же Европе, но Украина делает, вернее не делает, Украина, к сожалению, во многих случаях слушает. Но даже они сказали, что Конституция хорошая. Эта Конституция отменяла право прокурора на арест человека. Эта Конституция отменяла, вернее, вводила обязательность судебных решений и четко делила и видокремливала судебную власть от исполнительной и законодательной власти. Эта конституция неплохо выписывала полномочия парламента. Эта конституция, самое главное, содержала в себе норму, которая говорила о том, что конституция есть норма прямого действия. И в случае, если любой закон противоречит норме конституции, то судья должен руководствоваться ее нормой и применять в первую очередь норму конституции. Это неплохо, это даже я скажу, это очень хорошо, потому что сейчас мы разберемся, и вы поймете, уважаемые люди, что после принятия Конституции, к сожалению, власть системно принимала законы, которые в виду ее имели. Но пока о хорошем.
Несколько моментов, на которые я хотел обратить ваше внимание. Чем хороша была эта Конституция или чем она пока еще хороша? Почему пока еще? Я тоже к этому скоро подойду. Смотрите. Уже звонок. Так быстро. Ну давайте. Да, алло. 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 Да-да. Я просто хотел задать вопрос. Дело в том, что я пенсионер, и сейчас мне насчитали за мой дом. У меня больше ничего нету. Дом, это машины на мне нету. Ну, короче, ничего нету, доходов ничего нету. Кроме пенсии в 3000, мне насчитали сумму 4500 гривен. Это за что? За отопление или за что? Нет, за дом. В смысле за дом? На налог на дом, на недвижимость. А, налог на недвижимость, понятно. Да. Но дело в том, что я просмотрел, что в интернете, там в это, что по большому счету они нарушают мои конституционные, права граждан Украины. Есть такое понятие, закон, ухудшающий положение, обратной силы не имеет. Имеет обратную силу только закон, улучшающий положение. Ваш звонок, в общем-то, в тему вопроса Дня Конституции и того, что мы празднуем этот День Конституции. Я имею в виду, я услышал вас, дайте мне ответить. Я имею в виду, что право ваше на дом, исходя из того, что вы сказали, наступило давно. То есть вы давно собственник этого дома. А закон о том, что будет придуман налог на недвижимость, появился позже. Так вот, мое глубокое убеждение, равно как и всех прогрессивных юристов, заключается в том, что понятие «налог на недвижимость» возникает только с момента принятия этого закона и касается только прав на недвижимость, которые появились после принятия этого закона. Он не может быть огульно обращен в прошлое время. Равно как и многие другие законы, повторюсь, я уже об этом говорил, которые принимали и принимаются на этот счет. Да, вы правы, Конституция в этом смысле нарушена. Как ломать, как быть? Несколько вариантов. Признавать закон, отменять закон через парламент. Это должен сделать парламент. Не думаю, что парламент Зеленского это готов делать. Вы же сами видите, их задача, и они уже не стесняются это говорить. Кроме стерилизации ненужных им людей, грабить людей дальше по схеме Порошенко. Второе, это то, чтобы этот закон признали неконституционным через Конституционный суд. Опять же, для этого нужны эти самые депутаты. Я не вижу таких, которые бы так сделали в этом парламенте. Третье, есть понятие конституционная жалоба. Это когда гражданин должен пройти все судебные инстанции Украины, все до единой, получить от Верховного уже суда окончательное решение об отказе в удовлетворении своей жалобы, и только тогда обратиться с конституционной жалобой в Конституционный суд на предмет неконституционности того закона, который применяли суды. Но, вы знаете, я терпеть не могу превращать эфиры в университетские лекции, поэтому давайте, идем дальше. Я ответил на ваш вопрос. Смотрите, Конституция на самом деле отличная, для людей прекрасно была выписана. Права и свободы человека – главная обязанность государства. Иначе, как я говорю все время, нет смысла в существовании такого государства. Оно нам не нужно, государство, которое ухудшает наше положение. А его сегодня создали именно таким. Идем дальше. Свободное развитие языков национальных меньшинств, без каких бы то ни было ограничений. Вы сами отлично знаете, что, к сожалению, власть Порошенко и теперь власть Зеленского уничтожает языки, кроме украинского, другие языки, на которых говорят в Украине. Запрет на любые вооруженные формирования. Все эти секторы, все эти корпусы, все эти балбесы в масках на роже.
все эти негодяи с оружием, с палками, с дубьем и так далее, то есть это все то, что должно быть за решеткой либо в армии, оно сегодня на улице. И более того, государство сегодня потакает им, государство сегодня использует их против своего народа, против людей. Право на свободу светогляду, мировоззрения и вероисповедания. Тоже понятно, да? Помните, как при Порошенко ломали православную церковь? Помните, как политический проект созрел, создание ПЦУ? Как вырвали или купили этот Томас? Ну и так далее. Все помните, я думаю. Помните, как разгоняли прихожан одних храмов, захватывали эти храмы, туда заводили, по сути, бандитов, рассказывали о том, что теперь это храмы принадлежат другой церкви. Право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. К этому я вернусь чуть позже, но это то, что говорит, вот эта одна фраза говорит о том, что вся медицинская реформа, проведенная при Порошенко и продолжаемая сейчас при Зеленском, это нарушение Конституции Украины. Но об этом позже. А давайте детализируем некоторые вещи. Это не ликбез. Это просто... Я хочу вам сказать, уважаемые люди, что знание некоторых... Вернее, не так. Знания постулатов Конституции могут помогать. Да, это очень тяжело. Бороться в судах очень тяжело. Но все-таки, используя механизм прямого действия Конституции, можно пробовать как минимум. Смотрите, статья 3. Человек, его жизнь, здоровье, честь, гидность. Настолько уже затаскали это слово «гидность» за последние годы, что забываешь, как оно правильно переводится. Неприкосновенность, безопасность определяются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. В Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Дальше еще будет норма о том, что Конституция и ее норма – это норма прямого действия. Повторюсь, для нормы прямого действия не нужна расшифровка закона. Идем дальше. Каждый имеет право на уважение к его достоинству. Никто не может быть поддан пыткам, жестокому, нечеловеческому или такому, которое унижает его достоинство, обхождению или наказанию. Ни один человек без своего согласия не может стать подопытным кроликом в медицинских, научных и иных исследованиях. Перевел на нормальный язык. Дальше. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, использовать и сохранять и распространять информацию устно, письменно и в иным способом. Это, кстати говоря, норма Конституции для тех дебилов Зеленского, которые хотят сегодня ограничить право на свободу слова и ввести цензуры, запреты, в том числе на соцсети и так далее. Идем дальше. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Беспрепятственно отправлять единолично либо коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. Не мне вам рассказывать, какая жесткая форма гонения была организована Порошенко и его режимом на Украинскую православную церковь, не мне вам рассказывать о том, сколько храмов было захвачено, не мне вам рассказывать о том, каким образом его режим в нарушении, во всякое нарушение Конституции разделял людей между собой в Украине по вероисповеданию, по национальности и по признаку места рождения. Так или иначе, эти нормы приведены для того, чтобы вы понимали, что на самом деле Конституция была написана хорошо и готовилась она в пользу людей.
В этой конституции, в нашей конституции, присутствует субъект, который должен ее всей своей жизнью, по сути, защищать. Он для этого и избирается. Это президент Украины. Он называется гарантом конституции. Продолжения слова «гарант» нет особого. Поэтому мы можем интерпретировать его таким образом, что на самом деле это защитник конституции и конституционных прав. Высший защитник, по логике вещей. Избранный народом. Таких защитников у нас было 5. Давайте посмотрим, как эти защитники защищали Конституцию. Итак, при Кучме ее приняли. При Кучме ее приняли, но потом в 2004 году ее изменяют. Изменяют больше в бок парламентско-президентской республики. Уменьшают полномочия президента. Увеличивают полномочия парламента. Зачем это делается? Ну, в общем-то, все просто. У тогдашнего президента заканчивался срок правления, и он хотел под эту фишку запрыгнуть потом в кресло премьер-министра, а именно премьер-министр становился, по сути, первым лицом в Украине. Но не получилось. Не получилось, и выборы выигрывает Ющенко. Да. Вот еще один гарант. Этот гарант сталкивается с тем, что он пытается определенные изменения в Конституцию внести, но судя по его слабому характеру и тому, что он оказался очень никаким президентом и никаким правителем, у него этого не получилось. На тот момент две силы, это направление, скажем так, бело-голубых и направление оранжевых, то боролись между собой, то соглашались в ситуативных моментах. В общем, закончилось это тем, что Конституцию ему поменять не удалось. В 2010 году народ избирает президентом Виктора Януковича. И тот отменяет 2004 года конституционную реформу, отменяет ее через Конституционный суд. Ну, вообще удивительно. Это при том, что до этого Конституционный суд давал заключение о том, что реформа 2004 года, о том, что Украина — это парламентско-президентская республика, это правильная реформа. Но другой Конституционный суд уже говорит о том, что неправильная, и в 2010 году эта реформа была отменена. И президенту Януковичу возвращаются полномочия президента Кучмы. Его власть усиливается, и по сути он становится таким, ну, единовластным почти правителем. Жаль, к сожалению, что он не использовал свои полномочия на благо стране, особенно в 2014 году, а бросил ее на произволяще. Но это уже не тема сегодняшнего обсуждения. Янукович таким образом поменял Конституцию, и дальше законодательная база при нем начала строиться по новой старой Конституции, где у нас Украина превратилась резко не из парламентско-президентской республики в президентско-парламентскую. В 2014 году президент Янукович убегает из Украины, и после Майдана, там через полгода, чуть меньше, президентом Украины становится Порошенко. Персонаж, который больше всего, наверное, уродовал Конституцию и пытался ее уродовать, не всегда ему давали в сравнении со всеми предыдущими. Но при этом это не умаляет тот факт, что те, кто должны были быть гарантами Конституции, на самом деле гарантами Конституции по сути своей не были. Каждый из них пытался усилить свою власть, каждый из них потакал законам, которые нарушали по большому счету Конституцию, но работали на пользу так называемых гарантов. Этот постарался больше всех. В 2014 году решение того Конституционного суда 2010 года, который вернул Януковичу полномочия, отменяется. Отменяется, признается незаконным. В отношении судей Конституционного суда возбуждаются уголовные дела. Правда, ничем они не закончились. Но между тем, и Порошенко становится президентом как бы парламентско-президентской республики. То есть Конституция сегодня выписана, вернее, на тот момент была выписана
в редакции 2004 года. Но надо понимать, что Порошенко мало было быть просто президентом. Ему мало было заниматься армией и международными отношениями. Он хотел загробастать все. Ну и плюс, с учетом того, что мы знаем о том, как он служил иностранному государству, как он служил Международному валютному фонду, он сам об этом говорит в своих записях разговора с вице-президентом США. Мы понимаем, что для того, чтобы он эту службу исправно отправлял, ему нужны были полномочия другие. Поэтому этот совершенно не стеснялся нарушать Конституцию. Например, он вынес одним из первых указ о создании Национальной комиссии НКРЕКУ, регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг. Он не имел права на тот момент формировать национальные комиссии. Но он это сделал, потому что он понимал, что он заработает, он и его боссы заработают миллиарды. И таких огрехов или такой беды он принес тьма тьмущую. Он плевать хотел на Конституцию, он внес в нее изменения касательно правосудия. Эти изменения были направлены на то, чтобы укрупнить его влияние на судебную систему, вывести из-под влияния парламента судей и зациклить их на органе под названием Высший совет правосудия, который на 3/4 формировался из его людей, прямо или опосредованно. Более того, его важнейшей задачей было сформировать Верховный суд. Для того, чтобы плевать на все другие суды, потому что именно Верховный суд ставит точку в вопросе. И у него тоже это получилось. Я говорил об этом еще 2 года назад. 2 года назад, когда они формировали Верховный суд, я говорил с экранов телевидения о том, что это делается для узурпации Порошенко власти в Украине. И, кстати говоря, у него это получилось. Он сформировал этот суд. Этот суд сегодня существует. Этих судей не уволили. И как я вам говорил об этом недавно в пятницу, именно судьи Порошенко, 3 негодяя, в четверг вечером приняли решение об отмене судебных решений, которыми мы поломали цены на газ, незаконные цены на газ Гройсмана Порошенко. Мы поломали, засилили это. Люди начали подавать иски. Порошенко, всплыли пленки о разговоре Порошенко с Байденом о том, как он для нас устанавливал цену на газ и тарифы искусственно, по их указанию. То есть очевидный состав преступления в действиях этого человека. И вот понимая, что наше судебное решение является одним из доказательств его преступления, его вины, я уверен, по его команде эти пока еще судьи Верховного суда отменили решение, которое было принято для людей судьями первой инстанции, судьями апелляционной инстанции. Поэтому те раковые метастазы, которые Порошенко бросил в тело Украины и в государственный механизм Украины, они сегодня продолжают развиваться и действовать. К сожалению, пока это так. И, к сожалению, пока система Зеленского, хотя какая там система, ну вот то, что вокруг Зеленского, ничего не делает для того, чтобы побороть эту гадость. Он попытался, но подняли эти европейцы и американцы шум, и он с испугу тут же переписал законопроект. Хотя нужно было же в первую очередь разогнать всю ту судебную систему, которую собрал Порошенко. Потому что очевидно, что эта система не украинская. Это как один из примеров. Я более детально сейчас подойду к тому, как изуродовали Конституцию и наши с вами конституционные права, что они сделали. Но раз уж мы начинаем, как это, перечислять всех гарантов и их попытки по-своему отреформировать Конституцию, скажем и о Зеленском. У него получилось за короткий период времени сделать, ну, наверное, неплохую вещь. Он отменил депутатскую неприкосновенность. Это неплохо. Пусть, хотя бы так. Вот так он изменил Конституцию. Он попытался, понимаете, вот такое ощущение, что каждый, кто попадает в кресло президента, пытается не исполнять закон,
а сразу же у него здесь такая корона вырастает. И он пытается, он уже не президент, он гетьман. И он хочет поменять все под себя. Так вот, Зеленский не исключение. Он подал изменения в Конституцию, которые давали бы ему право единолично влиять на формирование органов типа Государственного бюро расследования и, по-моему, НАБУ. Но тогда еще было понятно, что часть депутатов в «Зеленых слугах» они не Зеленского, а других олигархов, и они проголосовали против этого законопроекта. Короче, желание Зеленского стать главным полицаем, главным следователем, главным прокурором, главным карающим мечом, в нарушение, кстати, норм Конституции, было отвергнуто его же депутатами, потому что понимали, что, наверное, это неуправляемо и опасно. Так что он попытался влезть в Конституцию в нехорошем смысле этого слова. Итак, каждый из гарантов, по сути, гадил на Конституцию, использовал ее не по назначению и, как минимум, проявлял к ней неуважение. Есть еще такая штука, которая называется Конституционный суд Украины. А ее задача, этой штуковины, проверять на соответствие Конституции законов Украины. Когда-то это было, иногда это бывает неплохо, они там что-то проверяют. Как правило, они это делают тогда быстро, когда это их касается. Допустим, они быстренько очень признают неконституционным любой закон, который уменьшает им зарплаты. Или там какие-то льготы у них убирает. Да, тогда они очень оперативно реагируют. На те конституционные представления, которые интересны людям, они реагируют очень медленно. Им интересна политическая конъюнктура, как сложится ситуация, и тогда они начинают включаться. Нередки случаи, когда решение одного конституционного суда абсолютно противоречит решению другого конституционного суда. Хотя решение КСУ окончательно обжалованию не подлежит. То есть это как норма права. А плевать они хотели. К чему это все? К тому, что хорошее начало, положенное в 1996 году, по сути, превратилось в плохое течение и заканчивается плохим результатом. Как с этим быть, сейчас скажу. А в доказательство своих слов я приведу целый набор аргументов, и вы увидите, что каждое из сделанного за это время нарушает, поплюжит, портит все то, что прописано Конституцией. Давайте посмотрим эти нормы. Ну, начнем. Медицинская реформа, вы все о ней знаете, да? По сути, она создана для того, чтобы разделить медицину на государственную чуть-чуть неплатную и все остальное очень платную. Причем, обращу сразу ваше внимание, недавно Шмигаль сказал, что они хотят еще повысить расценки на медицинские услуги для нас где-то в два раза. Ну, там операция стоила 16 тысяч, они хотят сделать 30 тысяч. Это прямое нарушение норм Конституции. Норм Конституции, которые прописаны в 49-й статье. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинскую страховку. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государственным финансированием. Мы для этого налоги платим. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех медицинского обслуживания. Вы слышите, Шмигаль? Как вы думаете, многие пенсионеры смогут заплатить по 30 тысяч за лечение, допустим, инфаркта миокарда, как вы это хотите? Вы плюете на Конституцию, Шмигаль. Вы и ваш хозяин. В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно. Это прямая норма Конституции. Но Порошенко, Гройсман, Яценюк, Супрун и
тот гадский порошенковский парламент, БПП, Народный фронт. Кстати, запоминайте, вы же за это потом пытаетесь голосовать на выборах. Они приняли тогда решение о том, что все-таки бесплатной медицине не быть. Людям, которым положено, нужно быстренько умереть. А тем, кто не положено, заплатят, они заработают на этом деньги. И все. Вот вся суть медицинской реформы. Дальше идем. Пенсионная реформа. Помните, да, Яценюковско-Порошенковский закон о налогообложении пенсий? Помните? Но они решили эту дрянь продолжить. Они назвали ее пенсионная реформа. Суть пенсионной реформы Порошенко, Гройсмана, Яценюка направлена на уменьшение количества пенсионеров, в физическом смысле слова, уменьшение фонда пенсионного, потому что меньше стало пенсионеров. Все, больше ничего. Потому что другие деньги они хотят воровать. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема имеющихся прав и свобод. Точка. Не может быть в худшую сторону. Но они плевать хотели. А может, вы что-то слышали? Конституционный суд отменил эту реформу? Не-а. Она ж не касается зарплат Конституционного суда. Вы знаете, когда мне в четверг вечером позвонил брат и сказал, что Верховный суд скотски, очевидно, незаконно отменил все решения в пользу людей по газу. А кстати, знаете, как отменил? Они написали «отправить на новое рассмотрение». У них нет оснований прекратить дело, отказать нам в иске. Нет, они это понимают. Даже своим куриным умом они это понимают. Но им надо было исполнить команду. И они ее исполнили, они отменили, они всех нас поставили опять перед ударом и, собственно говоря, перед серьезным вызовом. Но они дождутся, будет этот вызов. Так вот, я хочу сказать, что вызов принят. Вы известны. Я вам не угрожаю, я просто говорю, что вы совершили преступное деяние, и вы будете за это наказаны. Я уверен в этом. Так вот, когда я прочел это, я понял, что, вернее, когда я узнал об этой отмене, я понял, что у нас с вами, уважаемые люди, не будет другого варианта. Не надо ничего реформировать. Не получится реформировать. Негодяя нельзя реформировать. Негодяя надо сносить. И ставить туда нормального человека, который будет выстраивать новую, нормальную, конституционную для украинца и для Украины систему. Это касается и КСУ, и Верховного суда, и всей той дрянной системы правоохранения, которую настроили после Майдана. Потому что это не система правоохранения. Это система нападения, это система квазинацизма, это система разбоя. Вот. Доказательство того, все очень просто, ничего же не выдумано. Вот то, что они придумали, вот то, что написано в Конституции. Все очень просто. Конституция — норма прямого действия. Где президент? Где Зеленский, который рассказывал о том, что ему западло смотреть на нищих граждан? Где он? Почему не отменяет это? Почему не вносит представление в Конституционный суд? Почему парламентом это не отменяется? Почему он избирает прерогативой ночью голосовать в тайне за продажу земли, а не отменять неконституционную медицинскую, пенсионную реформу? Почему? В теме и в доле. У меня нет другого ответа. Идем дальше. Образовательный закон, закон о языках. Вы отлично без меня знаете, что уже парламент Зеленского запретил обучаться на русском языке в школах. Мне это говорить не нужно. Ограничены точно так же языки других национальностей, которые являются гражданами Украины, которые здесь проживают. Слава богу, Венгрия, Польша ведут борьбу с этой гадостью. Пока только они. Но посмотрим. Говорю и буду настаивать на том, что в Украине, в той Украине, которая сегодня есть, должно быть минимум два государственных языка. Половина людей говорит на русском, половина на украинском. Все, точка. На этом будет поставлена точка, и не будет никакого баловства с языками, с верой и так далее.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Свободное, без ограничений. До 3 класса вы учите в школе, детки, дальше вы не учите или учите дома. И в институте его уже нет. Надо что-то говорить еще о том, что эта норма и эта реформа очевидно неконституционна. И это сделано уже при Зеленском. Он продолжил гадкое дело Порошенко. Дальше. Реинтеграция Донбасса. При Порошенко в конце его каденции был принят такой закон, который, по сути, не имеет к реинтеграции этой территории никакого отношения. Под этой вывеской просто было написано, что президент имеет право применять войска без согласия парламента. Я переведу на нормальный язык. Конституция запрещает ему это, но ему этого очень хотелось, и поэтому такой закон они приняли. И до сих пор этот закон не признан Конституционным судом неконституционным. И гарант новый, товарищ Зеленский, тоже на это не обращает внимания. Наверное, тоже хочет войсками попользоваться. Кстати, глупая идея. Никому она не помогала. По итогу никогда войска против своего народа не идут. Это вам только кажется, господа узурпаторы власти, и гетьманы и прочее. Дальше. Нарушение прав переселенцев. В Украине на сегодня почти 1 800 000 переселенцев, вынужденных переселенцев, люди, которые бежали от войны. 1 800 000. Они такие же граждане, как и мы, как и те, кто не переселенцы. У них те же по Конституции права, они ничем не могут быть ограничены. Но вы попробуйте, станьте, во-первых, на учет, станьте переселенцем, а во-вторых, попробуйте получить пенсию. Да попробуйте не переехать через эту дебильную линию разграничения раз в 2 месяца. Вы не получите пенсию, потом у вас ее вообще заберут. Будете ездить по украинским судам, по тем самым украинским судам, которых, во-первых, нет, там 2/3 на местном уровне не работают. Во-вторых, Порошенко специально поднял судебные пошлины, чтобы люди не могли обращаться. То есть для того, чтобы в суды обратиться, сегодня нужно заплатить несколько тысяч гривен. Это только пошлины за право обращения, не считая зарплаты адвоката. Задумайтесь. Это ли не нарушение Конституции? И сегодня эта гадость по телевизору вам рассказывает, какой он патриот, и рассказывает о том, как кому жить. Переселенцев ограничили и в праве перемещения, и в праве получения социальных льгот, и в праве получения своей собственной пенсии. Задумайтесь. На каждого переселенца выделяется где-то 2-3 тысячи гривен на год. На год. На год, еще раз. Когда на обслуживание президента 1 миллиард гривен. Дальше. Замечательный сегодня был вопрос, очень в тему. Налог на недвижимость, то, о чем вы говорите. Он неконституционный. Не может быть. Юридическая наука говорит, если закон возник в конкретный период времени, то последствия он все имеет уже после принятия этого закона. То есть тот, кто купил квартиру после того, как этот закон возник, тот и должен платить этот налог. Ну, такова юридическая наука. Это разумно. Потому что человек занимает очень правильную позицию. Он говорит, если бы я знал, что будет налог на недвижимость, я бы, может быть, не стал вообще покупать себе дом, квартиру и так далее. Не было тогда этого в формуле жизни. Поэтому, несомненно, подобная норма должна быть отрегулирована, отменена, либо приведена в соответствие с Конституцией Украины. Еще раз. Они нам всем говорят, не нравится, идите в суды. Ну, пойдите в суды, сходите. Мы ходили, я просто знаю, сколько это стоит. За отмены тарифов и так далее мы платили пошлины в десятки тысяч гривен. Это только за это.
И ведь это сделано намеренно, чтобы люди не смогли пойти в суды. Еще раз я вас спрашиваю, уважаемые люди, зачем нам такая государственная машина? Для чего? Она же нам ничего хорошего не дает. Она нам создает проблемы. Для чего она нам? Вы согласны с этим? Что надо сделать? Новую создать. Дальше. Ну, здесь это при Порошенко было принято. Вообще ужас. У миноритарных акционеров, то есть у тех, у кого маленький пакет акций, просто забрали право собственности. То есть им сказали, до такого-то числа вам крупный акционер назначит, продайте ему акции. Не продали, будем считать, что их нет. Я вот переведу на нормальный язык. Так выглядит этот закон. Земля. Ну, здесь нечего говорить. Статья 13 Конституции. Зеленский, для вас. Земля, ее недра, атмосферное повитрие, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в границах территории Украины, природные ресурсы континентального шельфа, ну и так далее, являются объектами права собственности украинского народа. Ни Зеленского, ни Порошенко, ни МВФ, ни прочих засранцев, как сказал Зеленский, а именно украинского народа. Но ночью вместе с Порошенко они прекрасно проводят время и принимают закон о выставлении украинской земли на продажу. Идем дальше. То, о чем я говорил. Конституция запрещает любому должностному лицу действовать в больших объемах, чем прописано четко о нем в Конституции или в законе. В правах президента Украины нет такого, что он формировал национальные комиссии. Но Порошенко плевал на это. Я, кстати, не понимаю, почему вы его, господин Зеленский, или ваши Венедиктовы эти, преследуете по Томасу? Зачем вы делаете из него жертву политических репрессий? Полно очевидных преступлений, которые он совершил. Вы не понимаете, как? Я могу объяснить. Если президент издает антиконституционный указ, тем самым он совершает превышение власти и служебных полномочий, которые влекут за собой тяжкие последствия в виде подрыва авторитета института президента. Все, этого достаточно. Здесь не нужен материальный вред, если вы не умеете обсчитать материальный вред. Этого достаточно для того, чтобы усадить его на скамью подсудимых. Его указ был неконституционен. Если вы не можете посчитать, сколько миллиардов потеряли люди после того, как его Вовк возглавил эту комиссию, и нам были задраны вверх тарифы и цена на газ, поступите хотя бы таким образом. И там доказывать ничего не нужно. Это очевидный состав преступления. Один из сотни, которые совершил этот человек. Почему он так спешил с созданием этой комиссии? Почему? Для чего? Ну, все очень просто. Тарифы, деньги. Надо было срочно их повысить, отчитаться вице-президенту штатов о том, что не на 75, а на 100. И дальше делить прибыль. Об этом мы говорили с вами в предыдущих программах. Все очень просто. Мотив, умысел, субъективная сторона. Это я уже говорю для прокуроров Венедиктовой. Ну неужели это сложно доказывать? Почему это не делаете? Зачем специально делаете такие шаги, которые дадут ему возможность выкручиваться? Зачем Томас? Опять же, вопрос к Зеленскому. Неконституционность указа вашего предшественника очевидна. Почему не отмените его? Почему не вернете людям то, что люди переплатили? Почему ваши зеленые слуги пытаются принять законы, которыми узаконят якобы имеющийся долг у людей, хотя по сути... Это не долг, это те выдуманные деньги, которые хотят, якобы, которые надо было нам всем заплатить по
тарифам и цене на газ, которые Порошенко установил для страны по согласованию с иностранным государством. Почему, Зеленский, вы ничего не делаете в этом смысле слова? Что ж такое? Наоборот, вы продолжаете, получается, его деятельность. Дальше. Мне говорят, что ну хватит уже и так много картинок. Какие еще нужны? Сейчас кого не спроси в Украине, они говорят, что институт президента – это институт, который необходимо ликвидировать, потому что кроме проблем он не приносит ничего. И примеры, которые я вам привел, они доказывают подобный факт. Настолько кощунственно и убого выглядит отмечание каждым из них Дня Конституции. Это, знаете, как кагарлыцкие полицаи, которые изнасиловали вот ту девушку бедную, если бы они поднимали тост за ее здоровье. Вот то же самое эти. Насильники бухают в честь здоровья постоянно ими насилуемой Конституции. Вот так выглядит на самом деле у нас этот праздник. Мне жаль, что так. Ну а теперь выводы. Последние события, в том числе, очевидно, незаконное решение Верховного суда по газу против людей, убеждает в том, что у нас не получится с ними договариваться, у нас не получится работать с ними исками, какими-то заявлениями, как это, петициями, прошениями. Все это для лохов, как сказал бы, повторю. Мне так нравится Зеленского цитировать. На все случаи жизни можно какую-то юморинку найти. Все это для лохов. Они же нас лохами считают. Это он не лох, а мы лохи. Они нам говорят, напишите петицию, мы ее рассмотрим. Или подайте заявление в суд, мы его примем, ну, если вы там оплатите и так далее. А там потом отменим решение и так далее. И покуда мы играем в игру с их правилами, не выйдет ничего. Повторюсь, протест, сопротивление – это не право человека сегодня в Украине. Это его обязанность, если он хочет называться человеком. Конструкция, которую для нас придумали под видом законной, под видом конституционной, на самом деле античеловечна, антинародна, антигосударственно, по большому счету, и она подлежит снесению и уничтожению, и замене, выстраиванию новой красивой государственной машины, государственной конструкции. Государство социального максимума. Не будет другого варианта. Если сейчас на все повышения электроэнергии, цены на газ, попытки выбивания так называемых порошенковских долгов, не наших с вами, продолжение налогообложения и уничтожение украинского бизнеса, дикой спекуляции на пандемии и так далее. Люди продолжат отвечать молчанием. Ну, мой прогноз следующий. Украина превратится в такой, знаете, вот как в дачный поселок едешь, это дача такого-то, это дача такого-то. Это будет, это земля такого-то, это заводы такого-то. Это все будет охраняться по периметру всякими конструкциями. Там будут дежурить частные армии, о которых заговорили у Зеленского. Ну и все. И работать те, кто останутся в живых. Все остальные или уедут, или уйдут в мир иной. Я этого не хочу. Уверен, что вы этого не хотите. Казалось бы, в праздничный день нужно было бы говорить весело и задорно, но, знаете, придурочно восторженное выражение лица точно не для меня. И особенно тогда, когда ты понимаешь, что ситуация очень сильно усугубляется, намного сильнее, чем хотелось бы, чем можно было бы допустить. Допускать дальнейшего усугубления ситуации мы не имеем права. Промотайте все мои передачи прошлые, там все сказано, что нужно делать, как нужно делать. А вот вопрос, когда нужно делать, он витает в воздухе, и я думаю, на него будет ответ. Поэтому я вас
Поздравляю, уважаемые люди. Но хочу поздравляю просто с выходными. Я с удовольствием вас поздравлю с Днем Конституции, когда так же, как и вы, буду ощущать, что она у нас классная и классно исполняется. Вот это будет разговор. А пока пусть Бог хранит Украину и каждую украинскую семью. Пока. Редакція телеканалу може не поділяти суб'єктивну думку гостя. Проте ми транслюємо цю програму, адже суспільство має право чути висловлювання різних людей. Редакція із задоволенням надасть право на відповідь всім особам, які були згадані у програмі.